Вместо обогревателя, тест Seasoft Sandra указывает на то, что 28-ядерный процессор Intel Xeon W3175X может потреблять более 500 вторник. Осенью компания Intel представила очень странный процессор Xeon W3175X, напомним, он включает 28 ядер, работает на частотах 3,1-4,3 ГГц и использует разъем LAC3647. Фактически перед нами серверный КПА, который Intel пытается продвигать в качестве потребительского решения для энтузиастов. Правда, даже для энтузиастов цена процессора может оказаться заоблачной, ведь за него просят около 4000 долларов, хотя сама Intel советует продавцам продавать его вдвое дороже. ТДП этого монстра составляет 255 вторник, но это официально. База данных по Seasoft Sandra указывает на то, что реальное энергопотребление намного выше, если точнее результат, который указывает по составляет 510 вторник. Правда, вероятно, тут речь о разогнанном КПА, у которого все ядра работают на максимальной частоте 4,3 ГГц, потому как верить в то, что такое энергопотребление у процессора уже из коробки явно не хочется. В любом случае, это гигантское значение, которое нужно учитывать тем самым энтузиастам, желающим приобрести ПК по цене нового автомобиля.